Всем привет, друзья! Мы продолжаем погоню за принцем-поросенком, чтобы вернуть наши яйца. Но у вас ничего не получится, потому что мы вас сейчас остановим и пересажаем в клетки. Ты в этом уверен, свиняка зеленая? Ред, задай-ка им по полной. А теперь электрическая подзарядка. Теперь наша очередь. Получи, яичница. И тебе, красноморник, достанется. Вам мало было? Тогда повторим разряд. А я вырублю этого задиру по центру. Ай-яй-яй, они шлепнули вожака. Нельзя дать им пройти дальше. А ну отвечайте, куда сбежал ваш принц с нашими яйцами? Ты за что? Ну тогда вам конец. Сейчас, давай допросим этого поросенка в повязке. Отвечай, где ваш принц? Я честно не знаю. Вам нужно допросить главаря нашего отряда. Но он носит красную повязку и прячется в ближайшей роще. К вам не хочу. Так, а вот кажется и тот самый главарь банды в красной повязке. Я вам ничего не скажу. Здесь вы найдете лишь свою смерть. Ред, давай я тебе контратакующую ауру наколдую. Спасибочки, а я главарю полбу зарежу. Ой-ой-ой, что-то в глазах потемнело, не вижу, куда бить. Зато я вижу. И я получу желтый знак. Эй, Ред, очнись, они что, вырубили тебя? Ну ладно, берегитесь. Ха-ха, слыхали? Все атакуют красного. Ай, на нем какая-то аура. Ай-яй-яй. Так нечестно. Подзарядите батарейки. Эй, ты в повязке, отдохни. Они побеждают, очнитесь, снимите с нами. В атаку! Ой! Ха, ну вот ты один. Пощадите, я все расскажу. Ура! Я расскажу, все расскажу. Отвечай, где принц поросенок? Он прячется на одной поляне, здесь недалеко. Я вам все покажу. Ну что, поганец, вот мы тебя и нашли. Где наши яйца? Наверное, в животе у моего Патрики, короля свина. Ну, держись. Сейчас ты ответишь за свои злодейства. Получи, поросятина. Это мы еще посмотрим. Вот тебе. Что за чертовщина? Не понравилось, аура? Я и себе такую наколдую. Это все чушь. Я вас сейчас отбивачу. Ну что, понравилось? А я еще и защиту усилю. Вот тебе! Как же мне вас победить? Я получил урон от своих же ударов! Лучше сразу расскажи, где наши яйца, и мы тебя не тронем! Может нет! Даже если я у вас не удалюсь, я все равно от вас убегу! Ну давай, только попробуй удрать! Ой, больно! Пожалуй, я утекаю! Ура! Стоп! Смотри, куда он делся? Балван, я же говорил, что я сбегу от вас! Счастливо оставаться, неудачники! Эй, босс, а мне-то что делать? Подождите меня! Ха-ха! Твой босс сбежал! Ребята, ну а мы увидимся в следующей серии! До встречи! Пока!